Здорово! С вами Витёк, Стас, это Мова Дай! Всем привет, ребят! Она, игрушка, обновилась, добавили много всего нового. Всякие режимы новые, мутаторы. Вот, смотрите, Стас купил себе новый скин с да, жаба. Жаба. Ну, а я что-то не нашел себе никакого нового скина, хотя их много, они дорогие все на самом деле там. Вот, я буду, как обычно, за своего мега-сатану играть. Ну что, поехали, все готовы? Поперли. Зато есть шанс, в принципе, победить, да, и вытащить из коробки подобный скин. Так, как обычно, Twitch мод, ребят, давайте. Смотри, Paper Planes какой-то новый моч, Radiation, Shuriken Party, Spider Bomb, ребят, новые режимы, давайте выбираем. Будем смотреть, что это такое. 4 новых режима я вижу. Давайте все во все играть сегодня будем, эти все 4 режима. Да, давайте сегодня. Жара и души, как обычно, немножко под баном. Но вы все так же вольны их написать, правда, бан схлопочете. Вот. Спайдер-бомб, блин, интересно, что за... Я вообще не знаю, я не читаю. Я знаю только, что эти режимы выпустили новые, но что они делают, я без понятия. Поэтому сейчас будем сами придумывать. Radiation тоже угарно, наверное, будет прям вообще. Мне чувствуется, что будет прикольно. Ну, по крайней мере, Radiation, по ходу дела, выбрали. И самолетики тоже. Блин, шикарно, шикарно. Ну, твои любимые отлично. Кольца. Три новых режима выбрали. Из 4. Смотрим. Сейчас залупим. Меня прям все, прям минус ВПС. Paper Planes. Так, нажми X, чтобы заспавнить управляемый самолетик. Я двигаться не могу в этот момент? Да. Но при этом нужно еще побегать успеть. Ай-яй-яй. Я сам себя взорвал. Они сами себя попали. Я сам себя, я хотел на развороте подловить. Ну ладно, потихонечку привыкаем. Ну кольца-то мы знаем. Да, кольца это уже ничего такого. Нормально. А где я? Вот он я. Забрать, жаба. Забрать. Жаба, ты чё прыгучий такая? Жаба. Мой мяч. Жаба. Дайте мой мяч. Жаба. Есть. Жаба. Я понял, когда кто-то хватает мяч, несколько первые миллисекунд невозможно у него отнять. Жопа, как ты это сделала? Жопа. Да нет, а как так получилось-то? Как тебе-то отлетело? Да. Ну, это читерство было, честное слово. Это не читерство, это жопа-жаба. Это жаба-жаба. Моё! Нет! Прямо вышло поровну. Хорош, сыграли. Спайдер-бомб! Давай. Нажимай X, чтобы положить бомбу, которая ползает по земле. А, и взрывает, смотри, может взрывать и тебя даже. Их можно много запустить? Ух ты. Меня убили. Жаба-жаба. Я пока бомбы запускаю только. Посмотри, сколько бомб. А ты хитрый стоит. Я запускал уже очень много бомб. Смотри, хитрый стоит в углу, да? А их, смотри, подкидывает, и они, смотри, крутятся совсем на центре. Жалко. Так, а где я? А, вот я. Жалко, что я не могу вот эти вот центральные как кубики опустить. Это было бы угарно. Блин, они все прыгают там. Не, вы все в центре там скидываете, ну. Там вообще зона смерти. Опа! А зачем ты пошел? Кто это был? Он пошел самоубился, да. Ааа, не доконтролил. Не, он просто пошел самоубился, мне кажется. Потому что, ну, как бы... Select the mutator! Миражи, бомбардировка, двойной прыжок. По-моему, это было. Это все было. Но там новые мутаторы должны быть. Радиация. Если позволять радиации трогать себя, типа будет уменьшаться. Я вообще себя потерял. Пипец. В общем, по-моему, нужно наоборот не давать радиации себя трогать. Тогда у тебя будет уменьшаться здоровье, если ты будешь давать радиации себя трогать. А, нет, наоборот, нельзя давать. Нельзя давать, да. Да. По-моему, нельзя давать. Нельзя. Ну, смысл-то какой тогда давать себе трогать? Вау, слишком долго стоял, я умер. Я так хотел убить. Мое желание убить, оно превысило все. А где враг-то? Попробуй пойми теперь. Миражи. Витька стоит наверху, ребята, в левом верхнем углу. Ух ты. Стреляйте туда. Он там стоит. Так, он убежал. А где враги-то? Он убежал в центр. Стреляйте там. Блин, слишком низкий потолок.
хорошая волна взрыва получается у этих самолетиков. Не, мы так, все уже, да, три... Давай. Три же, да, новых посмотрели? Да. Но радиации я пока не понял, если честно. Тут огромная такая шабла вот этих чуваков. Я там себя потерял и просто не смог посмотреть даже ничего. Че-то вы тут третесь-то, а? Блин, меня подбомбило! Ничья! Там всех просто повзрывало. Да, сразу вас. Я первый умер, а вас троих сразу. Снова кольца. Жаба. Жаба-жаба. О, боже мой, а где мяч-то? Кто-нибудь видит мяч? Нет. А, кошка с мячом была. Ёлки, жаба. Да кто забрал-то? Кто забрал? Что за ирод? А где я-то вообще? Я себя не потерял. Я мяч забрал, но я себя потерял. Я тоже себя не могу найти, где я. Жаба! Где мой мяч? Попрыгай. Да боже мой! Где? Где мяч-то? Я вижу! Где я? Я вижу мяч! У меня был мяч! Блин, один кот только все видит. Кот глазастый. Засранец. Глазастый маленький пузан. Что за фигня? Я вообще не вижу, нифига. Я мяч забрал, прыгнул и не понял, куда я телепортировался. Так, спайдер-бомб. О, боже мой, с миражами. А на свои бомбы можно сесть? Блин, да. Ну, в смысле, ты умрешь, если сядешь. Ха-ха, кот рядом со мной бегает и ничего не делает. Но я ему положил. О. Радиация. Да, нужно, чтобы не трогала тебя радиация. Блин, я упал. Зачем я упал? Но он так клёво передвигается. Мне нравятся новые режимы, они интересные. Я бы еще поиграл. Дурацкий мод. Мод прям дурацкий, прям не нравится. Слишком было... Смотри, он ускоряется. Капец, радиация, перестань. Жить хочу. Как же я хочу жить. Убейте Витьку, он выиграет, если он победит. Не надо Витьку убивать, я хочу выиграть. Витьку. Не, блин, он побеждает. Витьку. Нет, блин. Миллиметра не хватило. Да, на соплюшечках кто там, эх. На соплюшечках. Ой, фу, слава богу. О, новый мутатор. Давай, мутатор, нормально. Нормально. А, камера слишком близко. Типа, когда стоишь, она отдаляется. Mm-hmm. Ну, как раз для самолетиков. Ого. Да, блин, какого фига? Кто это? Катера проклятая, я тебя ненавижу. Я своим самолетиком чужой сбил. Блин! Сам себя убил. А я с управлением пока не понял этого самолета. Да. Как управлять? Им, по-моему, управлять лево-право, и он типа лево-право поворачивает, что ли? Да, да. Если ты влево слишком долго задерживаешь, он начинает крутить, как на эту петлю. Вот, то есть получается, я-то думал, что он зажмешь, туда он и летит. Нет, он летит именно сам, а ты уже лево-право, это он поворачивать начинает. О, я какие-то усы получил. Редкий след. О, у меня новый след, усы! Блин, почему тебе так везет? Котяра, спасибо за игру. Я вылетел. Точнее, я сам вышел. Зачем? Ну, случайно, Б нажал. Ну, ладно, сейчас поисправим. Так, я чуть-чуть потише сделаю. Так, теперь давайте тот выберем оставшийся неизвестный. Да-да-да, но можно еще новеньких повыбирать. Если не, можно новенький. Шурикен партия, вот, смотрите. Она, кстати, это рыжая, это очень редкий режим. Давайте. Шурикен партия, ребят. Шурикен партия, это главное. Радиация мне понравилась. Да, радиация. Мне вообще все новые режимы хорошие. Все, да, прям. Все самолетик прикольный. Там тоже их надо хитрить, понимать, когда ты стоишь. Ну, самолетики надо понять, как они там работают еще. Пока не очень понятно, но прикольно. Пауки тоже прям... Они интересные, но не такие уж прям, но они тоже интересные. Потому что... Там надо прям прыгать от них, постоянно сваливать куда-то, где-то пытаться усидеться. Блин, они, по-моему, шляпу включают. Ненавижу шляпу, ну ладно. А, нет, шляпа. О, пушка богов, твоя любимая, Стас. Пушка, ништяк, радиация, кольца опять. Так, это что? Это шурикен? Так, пресс X тут...
В общем, нажми X, чтобы свингануть чем-то там, и что-то произойдет, а что произойдет, я так и не понял. А я вообще скипнул случайно. Ага. Ага, смотри, штука кидаешь. Шурикеном там. О! И нужно... Ой, у меня повисло все. Ты как, живой, нет? Я вроде живой, но у меня тоже что-то плохое соединение написано. О, я все, умер. Я отвис. Я умер. А я отвис. И опять я понял, в чем суть шурикена. Он как бы, он по-любому в тебя летит. Да, он летит в тебя, тебе нужно его отразить. Ой, я выиграл. Видимо, у кого-то из наших, кто присоединился, очень плохое соединение. И поэтому мы все виснем постоянно. Сейчас посмотрим, как получится. Если, может, в следующий раз будет нормально, может. Не, по-моему, уже не нормально, тебе не кажется? У меня все висит. У меня тоже все висит. Наконец-то определились. Ну посмотрим, может сейчас все получится. Давайте. Сюрикен партии, радиацию. Давайте, да. Сюрикен, попробуем все-таки еще раз. У нас такого не было. Вон, пушка богов Стас любит. Outbreak, кстати, давно не было, она же прикольная вроде бы. Да, Outbreak, кстати, вообще огонь. Там, где надо шарик уронить. Но никто не хочет его ронять. Все пытаются. Не-не-не, все пытаются. Как раз нормально. Я вообще заметил, что все новые режимы не переводят вообще на русский язык, я смотрю. Outbreak до сих пор не заморачивается. Остальные все переведены, а Outbreak вот предпоследний, который вышел, все равно. Да и фиг, какая разница, играем. Отлично. Смотри, что заказывал прямо. Пушка богов, Outbreak и Radiation как раз нормально тоже. Ну, смотри, хорошо прям загружается все. О, Outbreak. Опа, кто-то взорвался. Кто-то умер. Крипалинка умер. И? Да почему он не упал-то? Твою налево. Не успели, не успели шмыгануть. Затолкал, затолкал. Не успели шмыгануть. Ну хорошо было, хорошо. Это тот, у которого 86 уровень. А, ну тут-то понятно. Давай, давай первым его убивать. Читак. По-другому не выиграть. Стас, беги. Ууу, желтый 10. Опа. Я же прыгнул, я же далеко был, ну что за луч? Это же нечестный луч, ну реально. Я же прыгнул там за радиус, уходило. Радиация. Это, по-моему, гон какой-то. Это тоже стух. Ай-яй-яй. Какая проклятая радиация. Ух ты. Ой, светит как. Так, ведро отстань от меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, жарко. Поли Витьку, поли Витьку. Не надо Витьку палить. Витьку поли. Витька жить хочет. Поли Витьку. Нет! Смотри, у меня аж зеленая рожа. Не, слишком, это слишком читерный Витька. Надо срочно Витьку убивать. Давайте первым Витьку убивать. Мутатор, давайте. А новый мутатор есть, интересно? Да, тоже любопытно, кстати, есть ли новый мутатор. Акселерейт какой-то, не пока... было вроде такого. Да, акселерейт, кстати, действительно что-то незнакомое совершенно. Незнакомое, да. Надо было акселерейт, ребят, брать. Не было такого. Шурикен. Шурикен партия. Нужно сюрикенами отбивать. Кто покакать последний? Слушай, нет, все-таки это сюрикены лагают. У меня все нормально. У меня подлагнуло сейчас. Ой! Я не вовремя отбил. У меня почему-то все в сюрикенях своих. Хотя у меня скорее. Почему-то, кстати, действительно тоже подлагнало. Подлагнуло. У меня все погибли, один я, что ли? Но мень нормально. Один я выжил, что ли? Игрок 4 меня теперь пишет. Можно с хоста мне пишет. Outbreak. Вы дальше играете? Да. А, я тоже. Присоединился к вам. Блин, а че он упал-то? А вы играете уже? Да. А ты что, не играешь? Нет, мне пишут стабилизатор, вот это, вот сейчас вот играю. Я до сих пор играю, кстати. А все, я теперь с ботами с тремя играю. В общем, поход дела, ребят, этот, сюрикен пати не работает. Пока ломаная, да, наверное. Да, ломаная сюрикен пати. Ну, видимо, что? Да, о, Финагой теперь в игре мне пишет. Ты возвращайся в игру в мою. А как я это сделаю? А я откуда знаю, Финагой как-то вернулся.
Найди мою игру и зайди. Я вот играю с чувачками, которые с нами вместе рубились. Максио. А я отвалился. Максио, ты отвалился, вместо тебя бот пишет. А я... А, то есть ты с теми остался, да? Да. Ну да. Ладно, давай так доиграем, что я могу сказать. Не, ну а так а в чем смысл-то? У нас здесь ребята же не голосуют ничего. Мы так просто. А-а-а, неудачники. Тут же никого нет, у нас же режим-то Twitch не работает. А у нас сейчас как раз, значит, такой, где надо выбирать момент. Мы сейчас просто ступо все умрем. Ладно, я выйду. А все остальное выбирайте как хотите. Да, кроме сюрикенов. Ну, и нежелательно, конечно, выбирать душ. Так я вам скажу. А давай там Spider-Bomb, радиацию, Paper Planes да, и любое что-нибудь другое. Хотя бы одно что-то новенькое, чтобы у нас в игре было. Каждый раз это было прикольно. Кольца, походу, делал бы. Пушка богов, кольца и спайдер-бомбы. Ну, кольца проще всего писать, конечно, все стараются. Это следующая игра. А нет, колец не будет, смотри, радиация, Paper Planes. Испугалась игра. Отлично. Что будешь следующий на бан? Так, учимся опять пускать самолетики. И пузырики из носа. Пузырики из носа, это по-другому вопросу. Как-то долго подключается. Пузырики из носа, по другому вопросу. Да блин, как этим самолетом управлять-то? Слушай, я до сих пор не понял, как им управлять. Нет! Нет! Да! Не, я же сам себя не убил, или она что? Вниз, лево и вправо, да? Он по диагонали не летает, я правильно? Да, но когда ты запускаешь, тебе надо, короче, нажать какую-то стрелку, тогда он в ту сторону летит. Ну, как понятно. Я понимаю. Ух ты, бомбы. На свои бомбы нельзя нарваться, да? По-любому нельзя, мне кажется, что это опасно. А, нет, смотри, свои не убивают. Да, свои бомбы не убивают. Мы сейчас там разменялись с человеком. С человеком дождя. Ах ты, зараза, хитрый жулик. Вот это, блин, атака была. Атака была крутая, не спорю. Атака по правилам. Однако атака по правилам. Я первый. Нет, дай жабу. Жабу дай. Люблю, да буди, да буда! Жабу дай. Жабу дай, да буди. Че, думал, обманул. Думал, что... порушили меня. Хорошо, тебя подловили. Падла подловил. Падла подловил. Ну тут все, тут смерть, да. Тут была хитрая система смерти. Да. Ох, ну сейчас будет огонь. Давай, ой, сейчас, давайте что-нибудь новое. Accelerate, там еще что. Ну, вообще там... все, что новенькое, что-нибудь новенькое. Все, что новенькое. Смотри, Accelerate вон. Да, давайте Accelerate. Так, и тут... дольше начинаешь двигаться, но когда начал двигаться, то бежишь скорость, очень быстро. Да? Фига, очень сложно двигаться. Пипец, ты видал? Ты видал, как сложно двигаться? Жесть вообще какая-то. А почему так умираешь-то быстро? Я вообще не понял. Я тоже не понял. А во что мы играем? Самолетики? Самолетики. Блин, Стас, я в твой... Ты самолет запустил, я к тебе подпал. И он, слышь, нас обоих уфанул. А мне интересно... Баланс, блин, ты чё? А как сейчас сыграть-то вообще нереально? Вообще нереально. А смотри, здесь нормально бегаем. Здесь не работает, видимо. Но они поняли, что здесь нереально. Ой. Опять. Перенос хоста, опять что-то случилось. Oops, sometimes went wrong. The game encountered a problem. Я так понимаю, вообще какой-то нестабильный патч в игре, судя по... Пока, да. Пока нас крашится и выкидывает. Блин, ну игру-то мы нормально сыграли. Ну да. Выбирайте, ребят, режимы. Ну вот это вот мутатор, кстати, довольно жесткий. Но он угарный. Необычный такой, знаешь, типа ты вообще еле-еле движешься. Но почему-то он как-то странно отреагировал, когда мы играли в Radiation, да? Там получается ты... Я пытался убежать.
Ну, ты все равно двигаешься. Ну, я думаю, может быть, какие-то баги еще, типа, патч свежий, и еще, ну, как-то через попу все работает, скорее всего. Возможно, ты прав. Потому что пытался убежать, и тебя убивало. Просто хлопок такой, ты умер. Странно. Спайдер-бомб. О, сахарная спешка, кольца и тетермино. О, наша любимая сахарная, обожаю. Да, наша любимая сахарная спешка, которую я все время проигрываю. О, господи, палка. А у тебя на каком? На японском? Да. А я построил. Вот я сейчас опасно на самом деле стою. Вообще очень опасно. Сейчас вот если сверху надо мной что-то полезет, я все. А, нет! Но я выпрыгнуть смог, прикинь! Вот я думал, я не смогу выпрыгнуть. Я только попробовал, хотел показать, что смотрите, я не смогу здесь выпрыгнуть. Выпрыгнул, блин. А там палка идет, блин, придавила меня. Предательская палка. Я так же. Я пытался выпрыгнуть, и у меня раздавило. Но я неудачно выпрыгнул. Хорош. Ой-ой-ой. Ненавижу спешку сахарную. Сахарную все любят. Ох, тут рандом сейчас будет. Где? Внизу. А-а-а, не тебе. Ам-ам-ам-ам-ам. Дайте сожрать! О, я сожрал. А зачем я чувачка прижал? Это не я, это он сам. Не, я прижал зачем? А! Я успел? Нет, я не успел съесть! Блин, я думал, я съел. Ну все, все в ваших руках. Я проиграл. О, да. Я просто, не, просто не повезло. Ну, вот я поэтому говорю, здесь в этом режиме тут просто повезло, не повезло на самом деле. Да, успел добежать до нужного момента. Ну, то есть, где выпала эта вкусняшка. Там вот молодец. В кольцах, да, в кольцах можно погонять. Погоняй меня в кольцах, детка. Оп. А! Зачем вы мяч мне отобрали? Отдай жабе. Жаба. Жабе-то зачем? О, жаба всех обманула. Ну ты смотри, какая жаба, а? Жаба. Отдай шляпа. Вот шляпа. Шляпа, отдай! О, отбил, выбил. Забрать! А как так-то? Блин, надо было мяч брать. Жаба. Отдайте. Жаба! Шляпа не может попасть, прикинь. Нет. Я все время пол... Да, жесть. Ладно, я пропукал. Нет, ну как так-то? Ну как так-то? Надо было просто положить. Надо было просто положить. Так, ладно, Данил пишет, не, ну так сильно на стримы я еще не опаздывал. Говорит, 5 часов. Да, мы тут уже наиграли. Кроли мы были. Мы тут в кроликов играли, жесть какая-то. Да-да. Смертельное касание. Это типа трогать друг друга? А, ну у нас и так тут смертельное касание, можно сказать. Но тут, получается, друг друга трогать нельзя в принципе, да, я так понимаю? Так! Вау! Проклятый злой! Злодей! А, смертельное касание-то вот сейчас! А я выжил! Не успел. После смерти смертельное касание. А, после смерти, да? Да, видал ты красный? Да, я красным стал, я тоже потом. Нужно было бежать, кого-то трогать. Я хотел тебя потрогать. Не надо меня трогать, пожалуйста. Хочу тебя трогать. Мы в кроликах уже натрогали друг друга. Хватит тоже. О, нет! Нет! Не трогай меня! А, его придавило! Как так? А он не сразу убивает, он начинает выжирать жизнь тебя. А-а-а. Понял как? Подлец какой. Прибежал-то ко мне, шляпа победил. Баланс. Ржет там еще. Тихо-тихо, не дергайтесь. Вот сейчас что-то начнется. Как обычно влево. Нет, вправо? Да ладно, с каких это пор мы вправо играем? Ой, я не привык к этому. Хоп. Ой-ой-ой. Не в ту сторону. Хорошо жать. Смайлики. Так. На угол выталкивает китайцы. Слушай, туда-сюда прям шатают. По чуть-чуть еще, знаешь, так это типа нервно. Мы никогда не играли до момента. Нет! Нет! Я выжил! Победил! Красавчик. Молодец. Блин. Слушай, как они шатали эту палку туда-сюда. Сладкое несчастье. Какая-то хорошка. Где? Как далеко, так нечестно. Витя, беги. Ну я слишком далеко был, я вообще на противоположном конце был. О, а я могу вас убивать. Где моя лягушка? А подожди, я не успел съесть, а тут чувак сожрал, все.
так, конфету. Одного уже убили до этого. Да, а, да, 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 да. Одного убили. Мой мяч! Ух ты, ух ты. Не попал, прикинь! Я не попал. Неудачник. Да как так-то? Как ты так отбил-то вот трехочковый-то? Неудачник, и я тоже оказался. Опа! Нет, не попал! Слишком далеко. Че так медленно? Ух ты. Да что ж такое-то? Что происходит-то? Я попасть никак не могу. Мне кажется, я стики, когда трогаешь, я не строго горизонтальных нажимаю, начинаю медленно бегать из-за этого. Не трогай стики. Эх, на кнопках бегать, а? Эх, эх. Не-не, на стиках нормально бегать. На стиках нормально, да? Я бегаю, кстати, на перекрестии, я не на стиках бегаю. На перекрестии бегаешь? Угу. Вот я тоже говорю, мне кажется, на перекрестии надо бегать, он тогда хотя бы бегает. Оно просто... более... А, перекрестие, оно более чувствительно, как бы, да, к таким действиям. Да блин! О! Не понял. Да, тебя взорвало. Я в потолок, походу, делал, там мина была, да? Ну, возможно, кстати. Так. Че, говорит, Вити не выиграл? Ну, я не всегда должен выигрывать. Но всегда хочет выиграть. Мираж... Ой, миражи. О, ну это сама, по-моему, отвратительная штука. Сейчас мины будут под миражами. Цитрамино под миражами, это ж просто рвать. Да, в принципе, главное за собой следить и за фигурами, так. Следи за собой. За собой следи. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, меня придавить хотят. Ой! Опа, я выжил. Пингвинс. Пинг. Я за шляпой потом охотился, когда умер. Сахарная спешка. Снова. О, это самая дурацкая сахарная спешка. О, жесть! Куда, направо? А где я-то? Я себя не вижу. Витя, я сожрал? Я не сожрал! Блин! Ненавижу сахарную спешку. Это не мой режим. Вот Стас нормально более-менее ориентируется, а я вот что-то не очень. Стас, ты смотри, выиграл. Такая счастливая жаба. Жаба, жаба, жаба. Такая счастливая, да. Да, да, да. О, это мой шанс. А ты выиграть. Шанс выиграть? Выиграть, да, 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 да. Но это нечестно. Так выигрывать нельзя. Давайте по-честному. Жаба. Что поделаешь? Жаба умирает. Жаба, жаба. Стас, смотри, а у тебя на иконке внизу тоже язычок такой высовывает жаба. Мертвая, как рыба, мертвая. Жаба. А у меня этот мелкий тоже, смотри, такой, язык высовывает. Мне еще собака новая понравилась. Такой мальчик, типа в костюме собаки. У него такой. Человек пишет, я на королях уснул 4 раза. От смеха, наверное. Я думаю, что уснул. Наверное, да, такой от смеха уснул 4 раза. Иногда бывает, не понимаешь сам. Выигрываешь что-то. Воу-воу-воу, я выиграю, ребята, давай. Жаба, жаба. Жаба, жаба. Но это не победа еще. Да, но ты, кстати, тоже не победил. Тебе 5 очков дали, у тебя было бы 29. Да, я тоже победил, поэтому. Сейчас кольца все решат, я чувствую. О, боже мой, какой мусор. Не видно ничего. Я забил? Я забил. Мне надо победить, чтобы никто больше не выиграл. Ой, а я пер... А, у меня меч отобрали. Я такой, вроде бегу, вроде никого нету. Фига, мяч отбирают. Где что вообще? Я не понимаю, где мяч? Я потерял мяч из виду. Что? Где мяч-то? Нет, шляпа бьет. Кто второй раз забил? Я. Лягуха, зачем ты это делаешь? Где лягуха? А, куда мяч? О! О, я выиграл, прикинь, 29 у всех почти. Ну, тут, в общем, любой, кто выиграет, тот выиграет. Да-да-да, кто победил, победил. О, жесть! Нет, я выиграл, нет, в смысле, я проиграл. А-а-а, все, Витя слит. Отдыхаем. Я не увидел, тут... Ну, красавчик, ладно. Зеленый выиграл, ладно, у всех по 29. Хорошая карточка была. Хорошая, да, прям плотная. Да. Хорош. Яр-ньер. Монеточка чуть-чуть подзаработал. Страшный, непонятный. Ну чё, всё, наверное, это последнее? Да, 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 нормально поиграли. Ну что?
прикольно. Жаба. Новый режим выпускали, пишите, как вам понравились, какие, никакие, и так далее, и тому подобное. С вами были Виктор и Стас. Лайки, подписки, комментарии, описание, ссылочки на группу ВКонтакте. Всем пока. Лизни жабу.